DGS. Аэродромные прицепные плужно-щеточно-продувочные машины Schmidt TGS и TGS-C совершают три этапа уборки за один рабочий проход. Сначала фронтальный отвал отбрасывает основную массу снега в сторону. Затем цилиндрическая щетка тщательно очищает поверхность от остатков снега и льда. Мощная воздуходувка завершает процесс, высушивая полотно по всей ширине подметания. В зависимости от необходимости, TGS можно использовать как отдельно, так и в составе отряда спецтехники. Прицепные плужно-щеточно-продувочные машины Schmidt доступны в трех исполнениях — сидельный полуприцеп, четырехколесный прицеп или компактная версия TGS-C с одноосным тягачом и сочлененной рамой. Прицепные TGS можно условно поделить на три основные части. Фронтальный отвал на полноприводном тягаче, несущая рама с прицепным приспособлением и моторный отсек, в котором расположены двигатель привода агрегатов и воздуходувка. Отличием компактной модели TGS-C является жесткая сцепка одноосного тягача, оснащенного фронтальным отвалом с несущей рамой и моторным отсеком. В обоих исполнениях, как TGS, так и TGS-C, цилиндрическая щетка с гидравлическим приводом расположена под несущей рамой. Модульный принцип конструкции TGS распространяется и на подметальное устройство. Алюминиевый вал щетки оснащается по желанию клиента 16, 18, 21 или 30 кассетами. Щетки доступны с четырьмя диаметрами — 914, 1014, 1150 или 1170 мм — и тремя вариантами ворса — полипропилен, сталь или комбинированный ворс. Параллелограммная подвеска щетки обеспечивает постоянный контакт ворса с покрытием, гарантируя неизменно превосходные результаты уборки, независимо от хода движения и неровности поверхности. Конструкция подметального устройства Schmidt включает в себя множество новаторских решений, обеспечивающих непревзойденный ресурс щетки. Одной из таких уникальных разработок является автоматическая установка пятна прижима. Его бесступенчатая регулировка происходит путем гидравлического изменения высоты сдвоенных опорных колес. Число оборотов щетки регулируется автоматически и зависит от степени износа ворса и скорости движения. Показания числа оборотов щетки выводятся на дисплей пульта управления. Щетка и воздуходувка могут быть синхронно приведены в транспортное или рабочее положение лишь нажатием кнопки из кабины водителя. Для проведения сервисных работ современный пульт управления подсоединяется к электрошкафу моторного отсека. Высокую маневренность оборудования обеспечивает подруливающая задняя ось с автоматическим центрированием.